здесь. Отлично. У меня такое чувство, что мы на верном пути. Точно. Теперь-то мы раскроем это дело. Финч, предчувствия тут недостаточно. Нам нужны доказательства. Убедительные доказательства. Ладно, как насчет тайного подземного храма? А то мне попался один, глубоко в тоннелях. И угадай, кому он посвящен? Саватун. Да, ну, вроде того. Он посвящен Сатоне. Саватун до того, как она стала богиней Улья. Куда уж убедительней. Только представьте, что там может быть похоронено. Представить? То есть ты этот объект не видел? Своим глазом нет, но я знаю, что он обладает большой силой. Настолько большой, что привлек внимание целой толпы презренных. Если ты не ошибаешься насчет этого объекта, значит, дело того стоит. Страж, будь начеку. Эту возможность нельзя упустить. Презренные окопались тут еще сильнее. О да, презренные закопались глубже некуда. Расскажи нам об этом храме. Откуда ты знаешь, что он посвящен Сатоне? Мне удалось только заглянуть туда одним глазком, но статуя в храме в точности похожа на нее. Значит, Саватун построила мавзолей в честь юной себя, а затем бросила его. Почему? Не знаю. Устыдилась. Кто из нас не стыдится своего прошлого? Тупик. Но здесь есть иллюзия с сигнатурой Саватун. Значит, она не оставила это место совсем без защиты. Почему она не вернулась и не улучшила систему защиты с помощью света? Почему Сияющий Улей не явился, чтобы дать отпор презренным? О, может, это приманка?
Может, она приманивает презренных, чтобы их обратить? Использовать их против свидетеля? Очень сомневаюсь в том, что Саватун готова рискнуть своим престолом ради пары отрядов презренных. Нет, Саватун и свидетель сражаются за территорию. Уступить ее значит проиграть. Вот какой храм Саватун посвятила самой себе. Это... Отсюда опустить мост невозможно. Должен быть другой путь. Ищи внимательно, страж. Позади долгий путь, нельзя возвращаться с пустыми руками.
чем зайдешь в храм, давай сделаем ставки. Что там за объект? Честно говоря, блеска у меня нет, зато имеется довольно стройная теория на основании известных фактов. Сейчас не самый подходящий момент, Финч. Да, не отвлекай стража. Мы и так сильно рискуем, предполагая, что объект даст нам ответы. От этого зависит судьба странника и последнего города. Вон та пластина в центре, похоже, опускает мост. Опускаем мост. Отлично. Когда будете внутри, сразу идите к статуе, которую описал Финч. Если все пойдет по плану, то объект должен быть где-то рядом. Нашли объект. Здесь только статуя. Что? Там должно быть что-то еще. Thank you.
Кора, прости, но похоже, что кроме статуи тут ничего нет. Финч, неужели все усилия стражи были напрасными? Нет-нет, клянусь, там что-то есть! Подождите! Что если объект — это сама статуя? Или часть статуи. Червя Фамильяра, похоже, можно от нее отделить. Разумеется. Это же храм Саватун. Наверняка в нем не все так просто. Подумай о том, как тебе удавалось найти путь раньше. Подумай о том, как Саватун могла его замаскировать. Очень, очень реалистичная.
подпитывающая эту иллюзию, имеет свои ограничения. Если ты выберешься оттуда, последовать за тобой она не сможет. Ничего не получится. Выход перекрыт. Но ведь презренные откуда-то пришли. Thank you.
Возможно, Хамкара приготовила нам напоследок сюрприз. Нужно выбираться отсюда. И побыстрее. Сикора, Пич, идеи есть? Видимо, помощи ждать неоткуда. Идем, Страж. Страж, отвечайте, вы на связи? Икора, мы здесь. Поднимаемся на поверхность. И объект у вас, да? Иначе мы попусту потеряли время. Он у нас. Спасибо за заботу, Финч. Я ни на секунду вас не сомневался. Икора волновалась, но я знал, что с Хамкарой вы справитесь. Она ведь даже не настоящая. Опасность была вполне реальной. Зря я отправила туда стража, руководствуясь такими сомнительными данными. Несмотря на то, что других зацепок у нас не было. Да ладно, мы же выбрались. И если этот объект позволит нам понять, как Саватун добыла свет, значит рискнуть стоило. Да, надеюсь. Да! Мы команда?